зовут Евгения, мне 30 лет, из Москвы. У меня вопрос такой. В последнее время в магазинах очень часто вижу всякие суперфуды, какие-то ягоды годжи, семена чиа, семена льна, асаи, вот это вот все. И мне они стоят довольно-таки дорого, приличных денег. И мне интересно, есть ли от них действительно какая-то польза, или это все какие-то маркетинговые ходы, и наши там сезонные ягоды и фрукты ничем не хуже.